Весь фон мой шикарный снес. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет видео. Мы сегодня будем красить стрелочки с помощью вот такой интересной штучки. Помощник для стрелочек. Да, я специально накрасилась так, что моему образу не хватает стрелок. Дыня, поздоровайся, да, поздоровайся, скажи привет. Привет. Привет, крошки, скажи. А что ты весь такой грязный? Так, Дэнни, чувствую, может нам активно мешать, потому что он какой-то сильно бодрячком. Я делала специально ушки для того, чтобы сделать кошачьи глазки. Значит, смотрите, вот эту штуку я заказывала на сайте Рандеву, но мне кажется, что таких приколюх очень много, и на Алиэкспресс тоже может что-то быть. Вот. И мне очень было интересно протестировать ее, потому что я думала, что обязательно на нее уйдет много времени. Вот, посмотрите поближе. Вот такая вещь. Использовать мы будем карандаш, фломастер, этот диваж. Диваж. И что здесь внутри? Тут разные можно делать стрелки. Снизу, сверху, густые, тонкие. Я даже не буду, честно говоря, смотреть в инструкцию, потому что, ну, как бы здесь логично все. Сейчас я покажу просто, что здесь есть. Я, кстати, не знаю, для чего вот эта штучка, присоска. Может быть, для того, чтобы присасывать... зеркальце. Тут в комплекте идет зеркальце. Так, вот это на, ты можешь забрать. Иди, играй. Значит, ты не отстанешь от мамы. И в комплекте идет вот такая вот силиконовая штучка. Вот, она идет здесь вот такая вот немножко ровная, неровная. Нет, здесь, наверное, ровная. Здесь идет такая более углубленная, здесь закругленная, здесь менее. В общем, благодаря ей мы можем делать разные формы стрелок. Также в комплекте идут вот такие вот такое вот зеркальце. Идет. Вот такое зеркальце, вот оно. Вот. Здесь она хранится. Вот так вот. Это чтобы было с собой брать удобно. И чтобы в любом месте мы, наверное, были красотками. И вот такая присоска. И вот я не знаю, куда эта присоска. А, вот, наверное. Please, such, such, session, suction here. И чё? Интересно. Ну вот она присосалась, и чё? Я её открываю. А, она открывается полностью, и, возможно, с этой присоской просто зеркальце можно, чтобы оно где-то крепилось. Кстати, интересная вещь. Ой, у моей бровки, кстати, мой татуаж бровей, не обращайте внимания, если кому-то будет видно, он у меня сползает, поэтому он может быть пятнистым. Кстати, мне неудобно будет вот так вот... Мне некуда крепить это дело. Хотя, может быть, на камеру. Я же поближе подвинусь. Но я думаю, оно на камере держаться не будет. И, кстати, это зеркальце, оно очень сильно увеличивает. Поэтому, если даже на расстоянии таком будет прикреплено, то мы увидим. Вот, кстати, сейчас я попробую на камеру прикрепить. Не, оно на камеру не крепится. А куда же тебе прикрепить зеркальце мое? Короче, вы поняли. В общем, оно удобно, что оно куда-то крепится, но точно не для меня. Я пойду возьму большое зеркало. А вообще, мне кажется, что мне вообще зеркало не понадобится, потому что я буду, наверное, вот так вот смотреть близко-близко на вас. Сейчас подвину камеру. Да, и так мне будет удобнее всего, но я не уверена, что я могу так ровно нарисовать. Блин! Вот заранее я не могла подготовиться. У меня все видео спонтанные, как я уже много раз говорила. И мне очень тяжело заранее все планировать. И вообще не люблю запланированные видосы. Короче, будет оно вот так вот у меня, а вы будете вот так смотреть на меня. А вот это будет вот так тут стоять. Все, я надеюсь, вам видно. Я открываю фломастер. Что мы будем делать? Мы возьмем эту силиконовую штучку. И как раз я сейчас свои веки промазала просто пудрой или контуринг, который светлый, для того, чтобы более отчетливо видеть стрелочку. И для того, чтобы... Ну, вообще, перед тенями, перед всем я сначала наношу на веки базу. Либо это белые тени, либо это пудра, либо это контуринг светлый. Так, и что, давайте вот... Какую я стрелку хочу? Здесь внизу можно красить, сверху. Вот это все не подходит. Нам, наверное, подходит только вот эта сторона, которая ровная. И я думаю, что я сейчас вот так вот подложу. Видите, вот так вот, где ровненько у меня. И, короче, буду проводить стрелку. Стрелки у меня очень редко получаются ровные. Обычно я начинаю с маленькой стрелки, заканчиваю такими огромными стрелками. Это очень утомительно.
И как раз я подумала, что эта штука может мне помочь. Но я не уверена, как всегда. Давайте проверять. Надеюсь, вам будет видно, блин, что я делаю вообще. Так. Давайте вот я как раз-таки, я не знаю, вот как-то вот так ее нанесу, что ли. Да? Сейчас у меня засохнет фломастер, пока он будет все показывать. Короче, все, я делаю такую прямую линию от нижнего века. Вот так вот. И рисую. Какую стрелку? Так. Что теперь? Надо же еще сверху ее сделать. Она же сверху обычно кривая получается. Давайте вот соединим теперь. Сделаем вот так вот. Вот я нарисовала стрелочку одну. Сейчас мы соединим кончик и вот здесь вот, где она начинается. И тоже прорисуем. Ровненько. Вообще это не очень удобно, если честно. А! Да господи. Это трэш какой-то. Херня какая-то. Мне кажется, я без нее лучше нарисую. Я вообще не понимаю. О! Давайте. Одна будет вот этой штукой. У нас, да? Вот так вот. Так вот она получилась у нас как-то криво. Я ее сейчас затушевываю. А вторую я сейчас сделаю. Блин, это просто ужас какой-то. Вообще кривая какая-то. Трэш. А вторую стрелку я сейчас сделаю вообще от руки. Мы посмотрим, что будет лучше. Как я обычно делаю. Я обычно снизу тоже провожу линию. Аккуратненько. Потом соединяю. Только Дэнни не толкай меня. Нельзя, Дэнни. Мама, видишь, рисует стрелочки, да? Тихо. Соединяет. Сейчас кропотливая работа вошла. Так, только у меня куда-то стрелочка. Смотрит вниз. Мне это не нравится. У меня, да, подсохший немножко фломастер. Но я думаю, не в этом дело. Вот я сделала вторую. Мне кажется, я сделала аккуратнее, чем вот это вот. Ужас. Да, у меня аккуратная стрелочка намного такая интересная. Я вот это сотру и сделаю нормальную стрелку потом. Но мне не нравится, что она смотрит в бок. Мне, честно говоря, вообще не кажется, что мне не идут стрелки, если честно. Либо я их не умею рисовать правильно. Хотя, вроде, для своего века я знаю, как правильно рисовать стрелку. То есть, ну, там, техника своя, да? Вот это вот века там обходить как-то. Но все равно как-то мне не нравится. И мне нравится, когда стрелка куда-то смотрит вверх. Вот я вроде сделала линию ровненько, да? Но она все равно куда-то смотрит в бок. Мне это не нравится. Короче, быстро мы протестировали эту штуку, да. Я считаю, что, честно говоря, это полная ерунда, и она не стоит вообще траты денег. Не знаю, может, конечно, заморачиваться, но на это идет больше времени. У меня капельку больше времени ушло, а может, даже и не больше времени. Ушло на эту стрелку, и вообще нет смысла. У меня есть, на самом деле, фломастер новый, не высохший, но просто стрелки. У меня есть, на самом деле, новый фломастер, не высохший. Ну, не такой вот подсохший, да. Просто я стрелки не особо рисую. Просто я стрелки рисую очень редко. И думаю, что нет смысла открывать новый карандаш. Прям распечатанный. Вообще, тут на картинках, вот, Денька уже все разорвал. Но тут нарисовано, что можно делать стрелочку. Вот такая. То есть я делала все правильно. Видите, подставила. Делаем стрелочку. Ну, не знаю. Может, маленькую стрелочку делаешь, а остальное все красишь от руки. Дальше. В нижнюю стрелочку. Вот тут показано, какими, что. Нижнюю стрелочку. Дальше. Тут даже показано, что можно контурировать губы. Контур делать. Вот так вот. Но мне, если честно, кажется, что это одна ерунда. Что губы, что это. Вот такая вот еще картинка.
прикольная силиконовая штучка, так хочется ее куда-то применить, но очень жаль, что она к этому не подходит. Не знаю, к чему ее применить. Давайте, знаете что, я в этом видео открою комментарии, и мне было бы интересно ваше мнение, как лучше, как я сама от руки накрасила, либо с помощью этой штуки, но мне кажется, это очевидно. И, может быть, у кого-то такая штучка есть, может быть, я что-то неправильно сделала, может, кто-то такое пробовал. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой штучки, да, и для чего она еще может пригодиться, вот что мне интересно. А я пока сотру сейчас вот этот глаз и сделаю от руки вторую стрелочку, нормально. Сейчас сделаю стрелочку и потом расскажу вам мой один лайфхак. Ладно, расскажу вам его, так и быть. Потому что лайфхак я хрен знает, когда еще сниму. С губами связаны. Сейчас. Вообще еще, когда подсушенный вот такой фломастер, я слышала, что можно его вытащить, перевернуть и засунуть обратно. С другой стороны он будет свеженький. Так, все, вроде бы одинаковые стрелочки. Кстати, скажите, идут мне стрелочки или нет? Вот так вот. Сдалека вам чуть-чуть показываю. И лайфхак с матовыми помадами. Вот я очень не люблю, когда мы красим яркую помаду. И там, где у нас слизистая уже проходит, я вот, может быть, где-то вам показывала даже это в Инстаграме, но в Ютубе, по-моему, не показывала еще. Где проходит слизистая, матовая помада, она как бы не красит. И получается очень яркий переход, то есть накрашенная губа и не накрашенная, прям вот такой контур, четкий-четкий. Мне, если честно, это не нравится, я не люблю. Даже, честно говоря, скажу вам так, что снимала видео, и если такое явное я видела, видно это на видео, я просто это видео не выкладывала, я его переснимала. Такое было пару раз. И я придумала лайфхак, ну, вот придумала, потому что я нигде его не видела. Может быть, он уже где-то есть, и кто-то его придумал до меня, но я его не видела. Я думала, что бы можно было сделать. Первое, это я беру гигиеничку и буквально наношу ее по контуру внутреннему, вот здесь. Вот так вот. И размазываю. Ну, оставляю губы полностью матовые, то есть только здесь. Размазываю, она немного размягчается и становится плавный переход от самой губной красной, плавный переход к слизистой, и то есть нет этого явного четкого контуринга, видите? То есть во всяком случае он глубоко там, что не бросается в глаза, и это не кажется некрасивым таким, да? И второй момент, можно взять такую же губную, вот то есть сейчас, например, у меня красная губная, первая губная, которая попалась мне под руку, она была вообще коричневая, светло-коричневая, я тоже ее нанесла по внутреннему вот так вот пространству губы. Я иногда не могу подобрать слово. И тоже размазала, и все. И то есть у меня матовая помада, а тут, ну, может внутри чуть-чуть видите, что оно немножко липковато, конечно, да? Но в целом оно очень хорошо смотрится и никак вообще не мешает. И переход плавный. Во всяком случае, мне приятно на себя смотреть так, нежели с губной, которая четко вот так вот идет, блин. Моя губа внутренняя там. Вот, все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Эту штуку я вам не рекомендую покупать. Красьте от руки. Я думаю, что мы сможем это сами сделать лучше, без всяких посторонних средств. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.